7 ноября 1941 в Москве прошел парад, ставший легендарным. После него войска, промаршировавшие по Красной площади, направлялись прямо на фронт, чтобы сражаться в битве за Москву. Не широко известно, но кроме Москвы, в Советском Союзе парады в тот день прошли еще только в двух городах. Друзья, приветствую вас всех и каждого. Это Самара, Центральная площадь, площадь имени Куйбышева. Именно здесь, 80 лет назад, как и в Москве, 7 ноября 1941 года, прошел парад, посвященный 24-летию со дня Октябрьской революции. И если парад в Москве, он был направлен скорее для советского народа, на повышение его морального духа и веры, уверенности в нашу победу, то парад в Куйбышеве, он был скорее направлен вовне, на наших, как сейчас модно говорить, партнеров, ну а главное, потенциальных врагов. К тому моменту в город уже были эвакуированы 22 посольства, включая Великобританию, Канаду, США, Австралию, Монголию, ну а главное, Японию и Турцию. Ну и как показала история, парад достиг своей цели, и Турция, и Япония не вступили в войну. Ну, парад принимал маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. А на трибуне присутствовал тогдашний номинальный руководитель страны, председатель Верховного Совета Михаил Иванович Калинин. Парад был, наверное, самым большим и масштабом в истории Куйбышева, ну и Самары, конечно. На нем была не только наземная часть, но и воздушный парад.